Доброе утро. Андрей Барчук говорит: Саргон, вот еще один Саргон. Доброе утро. Время 8 утра. В домике такая жара, невозможно находиться. Блин, Ташкент. Это там, конечно, зацепился. Пойдем отцепим. Кормить вас буду сегодня попозже. Вы вчера обожрались аж прямо, блин. Давай, давай, бегай, бегай. И ты скачешь, прыгаешь. Да ты не зацепился, ты придуриваешься. Вот хитрец, а. Блин, хитрый. Оба вы, блин. Так, ну а ты что за мной? И чему радуешься, а? Привет, привет, привет. Так, друзья, здесь у нас пилятся дровишки. При пацанов своих привозите, будем учить пилой работать. Вот здесь готовится коптилка специальная. Ну, для копчений готовится. Так что, если у кого-то старый холодильник или бочка, старая там без дна, ржавая, любая, мы примем ее в дар и самовывезем. И плюс еще и не одна, потому что друзей у клуба уже много, угощать много кого. Вот, ну вы станете другом клуба, конечно же. Теперь смотрите, вот друг клуба, заметьте, не члены клуба, не саргонцы, а друзья клуба. Друг клуба, потому что вот вчера вот такой целый КамАЗ просто так нагребли. Всякие разные доски тут, горбыль, бруски, обрезки. Тут даже как такового обзола-то столько и нет. Итак, вот это надо разбирать. Помощь ваша приветствуется, потому что еще будут нам возить. Представляете, вот здесь будет, потому что не будет, а уже начинает строиться тир. Вот, видите, да? Что означает друг клуба? Вот он ресурсы нам просто дает, говорит: донати, не жалко, вам не жалко, на ваше дело не жалко. Потому что, а что, мы же стараемся, чтобы пацанов вот от наркоты, от всей вот этой вот романтики вот этой нехорошей отвратить. То есть, чтобы у пацанов, занимаясь саргонией, вырабатывалось чувство, не виктимность развивалась, а чувство превосходства, что такой образ жизни лучше. Поэтому нам и дают все вот люди, хорошие, нормальные люди, которые, они у нас попадают в статус друзья клуба, то есть друг клуба. Что означает друг клуба? Это значит, он в любой момент может позвонить и сказать: слушай, мне тут надо пацана научить там тому-то, тому-то. Или там хочу пострелять, да? Или там хочу там еще что-то. Да не вопрос вообще, потому что друзьями клуба живет клуб, а сами участники клуба это молодежь, это молодняк, кто хочет там в движении в этом участвовать, в движении Саргон, кто хочет образ жизни адекватный, занимается чем-то, хочет развиваться, кто-то хочет свое, ну, предпринимать, да, они это называют свое дело. Мы помогаем, естественно, Господи. Что нам, опыта жалко, что ли? Да, вот Саргон, что ему, радости жалко для детей, что ли? Да, сюда дети приходят тоже. Сына моего еще тут не было. Саргон, ты друг клуба или член клуба, а? Да ты сам клуб! Бегаешь, прыгаешь и скачешь. Вот, ну, Саша что-то не едет сюда, не хочет ехать. Ну, что сделаешь? Бывает, что? Дети взрослеют. У них свои, как бы это... правила, понятия по жизни. Вот. Может, я неправильно воспитывал, фиг знает, не знаю. Сейчас не буду уже это. Ну, в общем, все хорошо, будет еще лучше. Вот сюда для друзей, для друзей, для гостей. У нас нет клиентов, у нас есть гости. Гости, которых мы очень любим и уважаем, и ценим. Потому что они к нам приезжают не ширнуться, не спайса заглотить там, или как, что их там делают, курят или что-то делают, а развивать тело свое, особенно вот в метании, понимаете, либо успокоить психику в точности прицеливания. А, и вообще вот здесь в соснах вот у нас маленький сделан такой небольшой мини-санаторий. Маленький, такой-то, как пограничное 4-е отделение палата. Вот там будет стоять палатка такая в середине. И это будет как палата сосновая такая. А вон туда ходят подышать специально именно воздухом целебным. В сосны в те ходят. Ну, прогулки делают. Ну, так что вот вон там мангальчик такой. Еще будет, конечно,
Так что вот, да, Саргон, скажи, приезжайте, кто может, помогите нам разобрать вон те доски. Ё-моё, мы их с пахой выгружали, заколебались вчера. Нам еще будут возить, блин. Короче, кому интересно с нами, да, приезжайте, помогайте. Здесь есть где тепло, есть где мы кушать готовим, мы ночуем здесь. Ночевать, конечно, трэш. Здесь потопишь печку, жара, блин, вообще. Вот. Утеплитель тоже нам друг подарил, кстати. И довольно-то немало-таки. Ну вот, чем больше друзей, тем меньше врагов, понимаете? С вами был Андрей Барчук. И есть и будет Андрей Барчук. Тактический клуб «Саргон». Подписывайтесь на наш канал. Да, Саргон, скажи. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Да, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А также ссылки отправляйте другим, что от совсем другой образ жизни существует на планете Земля и в Иркутской области непосредственно подальше от города, от Иркутска, от шумного. Вот. И, ну так, в серединке, короче. Опять ко мне. Все, выключаю. Я выключаю, Саргон, можешь не кривляться и не позировать. Скажи всем пока. Пока-пока.